Друзья, здравствуйте. Что хочу сказать? Педалино, парковщики, амебы, блядь, ЗП свинины, которые уже не ведутся на мои, блядь, так сказать, сука, толчки. Надо хайпануть. Реально надо хайпануть, канал подмирает. Чтобы хайпануть, Марти, нормально, мы сейчас хайпанем. Чтобы хайпануть, я предлагаю страхануть. Я предлагаю страхануть моего кентюрика, хозяина лопаты. Твою мать. Хозяина не лопаты, хозяина очка. Хозяин очка, блядь, тоже, сука, не подходит. Как-то обидно для моего кента будет, да? Марти, мой маленький. Хозяин очка, хозяин шин шлю. Нет, сын шлю тоже нет. Хозяин двора. Едем к хозяину двора, узнаем, что и как. Страханем братуху, поднимем нормально хайпа, поднимем капусты, рванем на Египет. Поперли. О, привет, кентюрик, привет, садись, братан. Садись, привет, мой друг, Ромаха, садись, привет. Дорогой. Нормально, чё ты, блядь, жахаешься? Вот видишь, вот такая хуйня, ебать, ну шо, ну, пиздец. Можно, да? Можно. Пиздец. Ну, видишь, пиздец. Садись, садись, Витальчик, попиздим, поговорим. Шо, блядь, и как бы, короче... Ой, как бы, короче, амебы, блядь, парковщики, педалину и так далее. Все это постная хуйня. Ты мне скажи, дружаня, что случилось? Как так, блядь? Тебе развалили чан, тебе развалили его левые пассажиры, дрыщи какие-то. Ты приперся. Ты сразу же, блядь, приперся домой, схватил телефон и в Инстаграм начал лить, что тебе мусора ебало разворотили. Ты скажи мне, кентюрик, как так, ебать, как так? Ты чё, блядь, не мог что-нибудь другое придумать? Нахуя? Ты ж потом все переиграл, нахуя? Как мне людям в глаза смотреть? Как мне пиздеть дальше? Ты не понимаешь, как, ёб твою мать? Как, скажи мне? Да я понял, брат, да я понял свои ошибки, осознал, блядь, буду аккуратнее. Ну я понял, ну шо, ну, блядь, ну нахуя ты материшь, ебать? Я понял, что, блядь, понял, что натупил. Понял, что налошил, ебать. Ты видишь, в каком я сейчас состоянии? Ты видишь, блядь? Ну, зашили, блядь. Зашили, сука, голову криво, ебать. Криворукие, сука, врачи, ебать. Хули, блядь, пиздец. Да ну нахуй ты вот эту хуйню поришь, ебать. Постоянно поришь эту хуйню, сука. Не годится это все. Ну, блядь. Сейчас, блядь, подожди секунду. Сейчас, блядь, пройдет время, чуть-чуть, блядь. Попросим у людей еще чуть деньжат, блядь, на пластику. Сделаем пластику, блядь, сделаем то, нахуй. Какую-то рекламку, блядь, наши джинсы работают, блядь. Мастерские работают, все четенько, блядь. Как что-то, блядь, рекламнем нормально, получим бабла, блядь. Хуй его знает, я не знаю, что с тобой делать, ебать. Где ты, блядь, как ты, сука? Вечно тебя надо координировать. То ты, сука, то в одно говно, то второе говно, блядь. Ты видишь, как я по масти? Я четенько все, блядь, делаю все аккуратно. Шарк-такси, ебать, охуенно, обосрались. То, блядь, рекламка какая-то джинсиков проскочила. Кстати, ебать, ты видел, нахуй? Ты видел, блядь, ты видел MacBook? Ты видел, что у меня MacBook? Ты видел? Вот и все, нахуй, на, держи его дальше. Я еще хотел сказать про квадрокоптеры, сейчас, блядь, минуточку. Есть хорошие квадрокоптеры, блядь, я понял, все, нахуй. Сука. Все, ну, блядь, по твоей, блядь, запеканке видно, как ты, блядь, недовольно смотришь, когда я начинаю рекламу пулить. Ебать, понял, хорошо, ебать, будут, сука, правильный контент делать, полиция, хуиция, ебать. Нормально отстаивать, блядь, права людей, сука, ты видишь, блядь, стальные яйца, блядь. Да, рассказываю, все это постная хуйня, как бы, короче. Братанчик Ромаха, ты видишь, я сам в ахуе, ебать, то пиздец, то сын шлюхи, то лопата, то хозяин лопаты, ебать, люди, сука, пиздец, ну, блядь, ну я, сука, выдержал, ты видишь, ебать, я на характере, ты видишь, блядь, чан развалили, блядь, ну я выдержал, кабанчик, блядь, люди оценили нормально, я на характере выдержал, блядь, ну я, правда, бухой был, я нихуя не помню, ебать, ну шо тебе сказать, ну не пруха последнее время, я думаю, может, блядь, хуй, может церковь, надо пойти, ритуальчик, свечечки, все там, все, чтоб четенько Харьков там, за Харьков, за всю движуху, за братву, на нормальных пацанов там. Да может... ебать нахуй, какая церковь? Ну что ты чудишь, ебать? Ну какая церковь? Ты, блядь, вообще не дружишь. Я думаю, я знаю, что ты не дружишь, но так, блядь, не дружишь. Как-то непруха пошла последнее время. Я бы то так и суставы рвал бы и в спину людям ногами прыгал. Ты видишь, как я каратист, ниндзя, там все четенько. Люди оценили, что я нормальный пац, что я именно за себя постою нормально. А сейчас видишь как-то. Но люди оценили, теперь оценили, что я реально, блядь, с реально стальными яйцами, с нервами, блядь, выдержал, не поддался на провокацию.
провокацию, ебать. Ни на какую, нахуй. Я думаю, что, блядь, попрошу чуть-чуть деньжат у людей на лечение, ебать. А что, ну, ну вот так вот, ну а шо? Съезди, блядь, в Египет. Съезди, сука, погрей свой чан. Погрей свою, блядь, голову дурную, нахуй. Съезди. Ну, прости за дурную. Прости, ну, блядь, да, да, ебать. Прости. Ты видишь, что я горячий? Ты видишь, что я горячий? Ты видишь, как ты набокопорил? Ты видишь, блядь? Ты меня-то, у меня люди спрашивают. Я тебя, сука, в эту хуйню затянул. Меня спрашивают, понимаешь? Спрос с меня. Хули с тебя спросить, ебать? С хозяина, блядь. Хуй знает с чего хозяина, блядь. Суставовырыватель, блядь. Хули тебе еще можно сказать, блядь? То ты, блядь, суставы вырываешь, то, блядь, пиздец. То тебе, блядь, лопата ебала, блядь. Не хватало, чтобы тебе еще лопата ебала разбили, нахуй. Да, братан, насчет Египта попарить косточки, жопку попарить, телочки какой-то, блядь, там чуть-чуть завести, нормально привести. Конечно, это четенько. Я знаю, я видел, ты в Египте летаешь, блядь. Нормально и все. Ну а давай сейчас вообще скажем, что есть нормальные джинсы, магазин с джинсами там. И все вообще, короче. И, блядь, есть, короче, классные пацаны, которые продают квадрокоптеры, блядь. И ладно, все, все, твоя тема, все, молчу. Все, 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 все. Я понял, Я понял. Видишь, блядь, я болею сейчас хуёво, поэтому могу что-то языком чуть-чуть лепануть не то. Да, 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 ага. Ты мне, блядь, лучше скажи, нахуй, что это у тебя, сука, за прикид такой, ебать? У тебя ж, сука, камера, и, на, блядь, на крыше привязана. И вон, блядь, на хребтине у тебя камера. Что за хуйня? Что ты, блядь, весь обвесился, ебать? Не могу понять, тебе что, блядь, камер не хватает? Пиздец, ты, сука, весь в камерах, как бы, короче, пизда, нахуй. Это пиздец просто. Братанчик, ну ты ж видишь, какая ситуация. Ну что я могу сделать? Ты про эту херню? Ну вот это. Вот это прицепил, знаешь, блядь, ну чтоб если от первого лица, ну чтоб если в жопу драть начнут, блядь, ну а я ж терплю, ебать, я терплю, я реально собрался, я терплю, начнут жопу драть, а тут раз, блядь, с первого лица, блядь, так сказать, ракурс охуенный ракурс, ты понял, ебать, ты знаешь, как люди оценят, насколько я терпелив, ебать, оценят пиздец, что, блядь, нервы-то железные, яйца, блядь, стальные, а шо, ну да, блядь, а шо, а как сейчас, блядь, в нашем мире поступать, по-другому никак, блядь, надо показать людям, что я реально, блядь, железо, сталь, нахуй, непробиваемый, не то, что, блядь, тот, сука, педик, блядь, в Америку уехал, блядь. Я что подумал, Витальчик? Я тебе что хочу, какую мысль донести? Я тебе одно скажу. Надо застраховаться, понимаешь? Вон, подельнику Серёнечке недавно Очелова разорвали, блядь. Все нормально, по страховке деньги получили. А могли бы денег получить за твой, сука, разбитый, раскроенный ебальник, блядь. Да, за твой ебальничек могли бы получить лавэху. А что мы, сука, получили? Ты видишь, что люди сказали? Ты видишь, что люди нам пишут, ебать? Ты, сука, еще взял бабла, попросил на Египет. Я тебе, блядь, сказал про Египет, блядь, по-другому. Чтоб ты по-другому переиграл, как ты, блядь. С Египтом ты, сука, лоханулся. Надо поехать, но бабла не так просить надо, сука. Я тебя научу, как надо просить бабло. Я всю жизнь этим занимаюсь. Вон, блядь, пленку буду, блядь, клеить, сука, скоро. Золотую. Хуй его знает. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Хуй его знает. Хочу пленочку, конечно, золотую. Я еще Citroёn свой хотел в пленочку лупануть, но там не срослось, людишки не повелись. Сейчас, блядь, педалина Себастьян сделал нахуй на Америку. Думаю, что все получится. Сейчас скажу, ебать, без пленки золотой, сука, никак не могу разрулить полицию, нормально раскрутить, так сказать, поднять, блядь, хайпа. Нормально вас, сука, такого вырвать, чтоб, блядь. Понял, нахуй? Да, ну, вот. Да. Учишь тебя, учишь, блядь. Учишь, как бы, короче. Ну, блядь, что тебе сказать? Ну, было мастюха, перло, было все четко. Ну, не срастуха пошлась. Вот, блядь, знаешь, как зебра, блядь, полоса белая, полоса черная. Вот у меня сейчас черная полоса пошла. Кабан, ну я выйду на белую, хуй с ним, я, блядь, весь буду, сука, весь побитый. Ну, блядь, я железо, я сталь, ты понимаешь, я за Харьков, я за людей, блядь, я буду рвать за Харьков, да. И вообще за людей нормально рвану, так сказать, подыму, блядь, нормальный Харьков. Ну, ты тоже, да, ебать, дал, нахуй. То суставы, сука, вырываешь, то, блядь, людям в спину прыгаешь, то кричишь, пизда, всех порву, то, ебать, ходишь, терпелишь, нахуй. Ходишь, ебать, дайте. Хули тебе дайте, ебать, ты себя в зеркало видел? Ебало, сука, свое видел, жирное, нахуй. Ебать, похудей чуть-чуть, ебать, ты ж, сука, раскормленная тварина, блядь, химозная, пиздец, ебать, как ты еще у людей бабло просишь? Аккуратненько, я тебе говорил, тоненько, нет, блядь, ну, блядь, если кто-то, блядь, я вообще так не хотел. Какой нахуй так не хотел, сука, ебаный ты в голову, дурак, дебил, ебать, прости меня, господи, блять, прости, ну шо, ну я понял, что, блять, натупил, я понял, пиздец, ебать, все, нахуй, уже все, ебать,
Угомонись ты, ну я тебя прошу, пожалуйста, ты видишь, какое состояние, ты видишь, блядь. Блядь, ну да, ну понимаю, да, ебать, нахуя на тебя орал? Потому что, сука, ты дебил, ебать, тебе говоришь, ты в движухе, понимаешь? Ты позоришь, сука, всю харьковскую движуху, хули тебе здесь говорить, ебать? Я в ответе за тебя, подтянул-то тебя я, блядь, крутил тебя я, блядь, показывал людям я-то в авторитете, ебать, уже давно. Хули ты, блядь, мой авторитет, сейчас подсираешь, не пруха, Ромаха, не пруха, последнее время, ты видишь, ну не прет мне четко. Был нормальным пацаном, стоячим, четким, стоевым, нормально на районе выступал. Шлагбаумы вырывал, сука, суставы вырывал. Людям в спину прыгал, все, четкий боец, все пошло. А сейчас, думаю, потерплю чуть-чуть, потерплю, хуй с ним. С лопатой, да, блядь, сын шлюхи, похую, ебать. Пусть я буду с лопатой, пусть я буду, блядь, хозяином лопаты.